Следующий автор – это девушка, совершенно прекрасная, вот, совершенно невероятная, но она меня потрясала многие годы своими стихами, но при участии в фестивале она меня потрясла другой историей. Мы все амбициозные, все разговариваем тем или иным образом, иногда это даже немного хамовато выглядит, если не поставить смайлик, да, в конце сообщения. Вот. Но она могла себе позволить, наверное, тоже какой-нибудь такой развязный тон, потому что она очень большая величина на самом деле. Но когда я робко постучалась и сказала, что хочу ее пригласить, она мне сказала: «Да, ну большое спасибо». Окончил факультет журналистики МГУ. В 2001 году выпустил в соавторстве с Дмитрием Мелкиным книгу «Стихотворение «Осенне-зимний разговорник». В 2004 году получила премию «Дебют». В 2009 выпустила книгу «Кенгурусские стихи», печаталась в «Новом мире», «Новом берегу», «Алконосе». Анна Логвинова. Маршрут мужа на утренней пробежке. Как он бегает, и не убегает. Моя прапрабабушка, дочка француза, воспитывала сыновей в духе свободы, равенства, братства. И в дни, когда пел свою страшную песню «Блок соловей», один ее сын стал белым, другой стал красным. И вот по прошествии 95 лет их сыновья, ее сыновья друг друга нашли через интернет. Один известный геолог, другой крутой астроном, и каждый был рад, что его брат оказался Ангон Ом. Почему мы расстались? Потому что есть только два варианта. Можно расстаться, а можно остаться вместе. Мы расстались, я стала ходить в кино со Степаном, а ты стал возить по театрам Валерию. Валерия к тебе относилась с восторженной фанаберией. Степан ко мне относился с восхищенным недоумением. Мы относились с доверием к предстоящим мгновениям, к прошлому мы относились с вынужденным лицемерием. Однажды твой автомобиль зарыдал у меня во дворе. Я сказала: не выйду, не сяду в твой красный капкан. Я тебя позабыла в прошлом веке на клубничной заре, и за мной через час заезжает веселый Степан. Ты ответил: веселый Степан у меня на заднем сиденье. И Валерия тоже? И Валерия, разумеется, тоже. Я спустилась во двор в легком платье, как привидение. И что же? В машине на заднем сиденье? Нет, это был не обман. Сидели немного тушуясь Валерия и Степан. Но только совсем другие. Господи, так оказывается, зовутся многие. С этими мы, по-моему, в прошлом семестре познакомились на семинаре отца Георгия. Мой дедушка сказал однажды: Аня, мы все со страстью любим отвечания и мысли близких нашими встречания, но тот поймет о людях много, кто не прервет их монолог. И по 6, и по 7 автобусов приезжают на фабрику. И бывает, что люди вдоль сугробов идут пешком. Там встречаю их я и показываю им Африку, нарисованную палаку золотым порошком. А потом мы от Африки прямо в деревенское прошлое. И все ходим и ходим, и куда-то мы всех их ведем. И не знаю, что в этих подносах такого хорошего. Но людей мы как будто у чего-то плохого крадем. Снежным, а утро синее, раннее. Ты говоришь, чай готов,
и еда готова. Я говорю, мы с тобой никогда не расстанемся, потому что мы как скрипач и как дядя Вова. Солнце на западе, значит, Ашхабад там. Кто-то идет с трамплюкатором по нашим следам. Это по праздникам, а в будние дни мы ОФ и Би. Но этого тоже достаточно для любви. Если в зимнее время поехать в Боровский монастырь, то увидишь, как кормит птиц потеряноглазый хмырь, и монахи, как черные листья, в метели летят, и старуха, как колокол, загоняет в подвал котят. Я на исповеди рассказала про вину перед любимым и забыла сказать про вину перед нелюбимым. После ужина все паломники разбежались, только мы с моим названным братом Димой до полуночи домывали ледяные тарелки с ледяными чашками в бездонной монастырской раковине. Дверь в гостинице была заперта на черный крючок. Из-за двери спросили: «Это ты к нам так поздно, неочищенный кабачок?» Я спросила: «Откуда вы знаете?» И сразу уснул. Мне приснилась пустая комната, ни стола, ни стула. У окна стояли плечом к плечу нелюбимый с любимым. Нелюбимый сказал: «Как ты скрипнула дверью, когда входила?» А любимый сказал: «Я не слышал, чтоб дверь скрипела». Я проснулась, какая-то женщина все бродила-бродила, и какая-то птица на дереве все сидела-сидела. В Шотландии есть город Питерхед. Второе имя – город синих ниток. В его заливе затонул корабль, который вез 2 тонны синей шерсти. Из Эдинбурга прибыл контролер. И жители расспрашивал подробно. И жители ответили все вместе: не видели ни корабля, ни шерсти. Я вспомнила, как я к тебе пришла, а ты не поднял глаз, смотрел на ноги. Ты снова у него была в больнице, а я да нет. Ты улыбнулся хило: ну заходи, чего, снимай бахилы. Весь город в синих шерстяных носках. У контролера дождь стучит в висках.